сознание, построил дом в деревне взамен грившего на расстоянии 1 метра от соседского забора. Узнал, что должно быть 3 метра. Что мне сейчас делать, как его зарегистрировать? Дело в том, что в частном секторе расстояние между соседями, между постройками, между заборами, они практически не нормативируются. Если человек строит дом по договору аренды, изначально получил договор землю в аренду под строительство, он, естественно, должен получить разрешение на строительство. При получении разрешения на строительство гражданин получает градостроительный план, в котором указаны все нормативы, то есть там указывается площадь застройки участка, все необходимые размеры отступления от строений, от забора, от соседей и так далее. Эти все условия, они носят рекомендательный характер. В данной ситуации человек построил дом на месте сгоревшего. Соответственно, у него уже были какие-то документы на этот дом, и по этому конкретному случаю он не будет получать документы на разрешение на строительство. Он построил и построил. Для того, чтобы этот дом зарегистрировать, ему необходимо будет предоставить кадастровый паспорт этого дома и сдать документы на регистрацию. То есть в данном конкретном случае никто вопросов задавать не будет, сколько метров от забора построен этот дом.